Мои дорогие, привет! Сегодня поговорим на щепетильную тему, чего хотят замужние женщины от своих мужей и чего хотят женатые мужчины от своих женщин. Так. Я сделаю сейчас себе... То есть я сделала себе кофе. Приготовила яблоки в микроволновке. Но яблоки, наверное, поем потом. У меня те же самые жевательные конфеты. Знаете, сейчас будем вместе смеяться. Женатые мужчины говорят, что они хотят больше секса от своих жен. А жены, в свою очередь, говорят, что мужчины не моются, не чистят зубы, не меняют часто носки, не меняют часто рубахи и так далее. Со всеми вытекающими. Мне это кажется смешным. Я когда про это думаю, нет, я смеюсь, просто не могу до упада. Но вообще это очень грустно. Причем вот на гигиену мужскую жалуются женщины не только какой-то одной стороны. Это общее явление для мужчин. Сейчас парни, конечно, моются. Если пойти в парк, то парни гораздо больше намыты теток, женщин молодых, да? Но, тем не менее, многие мужчины пренебрегают гигиеной и не моются. Я ходила здесь в школу, в шведскую, ну, для иностранцев, учила шведский язык. И ходила в кафе ежедневно, болтала с девочкой, ну, покупала у нее кофе, болтала с ней. И она мне часто говорила какие-нибудь такие вещи смешные. И вот один раз она мне говорит: ты чистая. Я так растерялась, думаю, что это значит. Но она мне объяснила, что в самом прямом смысле слова, что у меня чистая одежда, чистые волосы, что я не хожу, не воняю. Представляете? Сколько у нас людей может ходить вонять? Слушайте, а яблоко, кстати, спеклось. Классно. Слушайте, я должна целых полчаса ждать в духовке, а тут оно за полторы минуты. Классная вещь. У меня была микроволновка в Америке, миллион лет тому назад. Я ездила в Америку 100 лет назад, до нашей эры. И там у меня была микроволновка. Но это было так давно, что я уже не помню. Сейчас попробую. Мне сестра Инга Заловка предлагала микроволновку свою старую. Я отказалась. Сейчас думаю, зря. Слушай, нормально. Да, прикольно. Ну, не то чтобы оно сильно пропеклось, но я не люблю, когда сильно яблоко разваливается. Мне не нравится. Слушайте, девочки, мальчики, посмотрите. Нормально пропеклось, нормально. М? Нормально, нормально. Сейчас отрежу тут им эти. То, что не надо. Класс. Пекла я творожники с бананом. Очень, кстати, здорово. И купила вчера еще муку без... Ой, без этого. Без глютена. Вот завтра, наверное, буду дома их делать и покажу вам эту муку, упаковку. Все классное, кстати. Классное яблоко. Ну, в общем, вернемся к разговору о мужчинах. О мужчинах. Да. Если ехать в московском метро, кстати, летом, то многие мужчины совсем не моются. Не знаю, куда они едут, с каких царств и государств.
Но среди них на мытах, в метро московском, я не знаю, за другие метро. В Новосибирске я уже 100 лет не ездила с молодости. Слушайте, ну я в Новосибирске, мне уже почти 50, я в Новосибирске. Наверное, полжизни уже и не была. А, слушайте, такой прикол еще. Сейчас мне на улице выдали подарок. Всем раздают подарки, ну и я тоже взяла себе подарок. Ну, мне дали, да, я взяла. Это рекламная кампания. Ой-ой-ой, надо телефон второй выключить, мне что случился этот. На телефоне на втором иногда фонарик включает сам по себе. Блин, надо его выключить. То не хватит зарядки, а у меня оплата автобуса в телефоне. Ну, я не то чтобы часто на автобусе езжу, но вдруг сейчас вот дождь идет на улице. А вдруг придется домой на автобусе ехать. Конечно, не хочется на автобусе, но на всякий случай. Вот, короче, выдали мне сейчас, продают из машины, отдают в подарок. Вот какая-то новая кола вышла. Pepsi Max Lime Flavor. Maximum Taste No Sugar. Вот, девочки, я не знаю. Я это пить не буду, скорее всего. Я это одному из коллег оставлю. Может, порадуется жизни человек. Ой, молочко забыла себе налить. Ну так вот, про мужчин. Дорогие мужчины, если вы вдруг меня сейчас смотрите, такое чудо случилось, то я хочу вам сказать, мойтесь, пожалуйста, потому что женщины на вас жалуются. Женщины разных национальностей. Так, девочки, яблочко, кстати, хорошее. Поем я сейчас яблочко. И вам рекомендую. Скоро закончится лето. И пипец. И будет пипец. Будет холодно. Кстати, на мне сверху плащ. Одет. Прорезиненный. Я показывала, как я его покупала в том году. В июле покупала. Было очень холодно. И я ходила в сапогах. И у меня не было резинового плаща. Я его купила. Но у нас на плащи прорезиненные распродажи не бывает. Вот именно на такие сейчас покажу. Вот, я уже снималась, у меня несколько раз показывала вам. Вот он прорезиненный, очень хороший. Кстати, и посмотрите, какой у него капюшон классный. С козырьком. Вот. Рукавчики можно делать больше-меньше. Он стоил 1000 крон. Думаете, микроволновку-то это заиметь? Я не знаю, может, она ее уже выкинула, сестра-то Инга, может, она ее выкинула. Я не знаю, не спрашивала. Кстати, завтра с Ингой иду встречаюсь, она пригласила меня. И как она называется-то? Короче, в какое-то заведение. Texas Hornblower, во. У меня был ДР недавно. И вот мы пойдем. Девочки мои дорогие. Колу показала, про мужчин, которые не моются, рассказала. Ну, то, конечно, это смех и грех, когда мужик не моется. И жалуется, что жена к нему это не очень, да, не очень, не очень, не очень. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. С вами была ваша Александра, Швеция, Мальмо.